с вами разбираем седьмой вопрос. Он согласование направления средств стимулирования управа района Бирюлево-Восточное в 2023 году на реализацию мероприятий по закупке дорожных знаков. Этот вопрос был инициирован письмом главы управа Кучерявкина, где следует, что в соответствии с постановлением правительства Москвы 26.12.2012 849 КП о стимулировании управ районов города Москвы, просят нас согласовать на заседании Совета депутатов муниципального округа района Бирюлево-Восточное мероприятие по закупке дорожных знаков для установки их на дворовых территориях и межквартальных проездах в районе Бирюлево-Восточное Южного административного округа города Москвы в 2023 году за счет остатка от тендерного снижения после торгов 2022 года в установленном законом порядке ЦСР-05-Д-0801. Прошу вас согласовать экономию 2022 года на сумму 89 865 рублей 43 копейки, которая сложилась за счет торгов 2022 года на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий за счет средств стимулирования управы района Бирюлево-Восточное. Данные дорожные знаки будут установлены собственными силами ГПУ «Жилищник» для реализации мероприятий, которые были приняты на комиссии по безопасности дорожного движения. Прошу вас согласовать. Спасибо. Информация приятная, на самом деле. Прошу вас прослушать на 101/23. Совет депутатов муниципального округа Бирюлево-Восточное решил согласовать направление средств стимулирования управы района Бирюлево-Восточное города Москвы, полученных за счет экономии по результатам проведения конкурсных процедур 2022 года 80%, на реализацию мероприятий по закупке дорожных знаков для их установки на дворовых территориях и межквартальных проездах в районе Бирюлево-Восточное в 2023 году согласно приложению к настоящему решению, опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и в сетевом издании «Московский муниципальный вестник», направить настоящее решение в управу района Бирюлево-Восточное города Москвы и департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бирюлево-Восточное Антона Бориса Петрова. Прошу вас голосовать. Кто за данный проект решения? Воздержался? Против? Нет. Спасибо.